Такие приемы граждан проводятся регулярно и пользуются популярностью у тружеников. Профсоюзные организации выступают как посредники между работниками и работодателями, помогая решить возникающие трудовые споры и конфликты, а также предлагая советы и рекомендации по улучшению условий труда. Республиканские профсоюзные приемы граждан проводятся с 2015 года. В городе Бресте Брестское городское объединение организует профсоюзные приемы ежемесячно с участием прокуратуры. Это позволяет нам своевременно, качественно оказывать помощь всем обратившимся гражданам. С 2017 года подписано соглашение между Федерацией профсоюзов Беларуси и Генеральной прокуратурой. Такие приемы очень эффективны. Они отличаются от юридической помощи тем, что человек на рабочем месте может подняться, скажем так, прийти на прием и получить ответы на свои вопросы. Каждый работник может высказаться и поделиться своими проблемами, связанными с заработной платой, рабочим графиком, условиями труда, социальными льготами и другими аспектами рабочей жизни. А профсоюзные активисты всегда готовы выступить в качестве защитников истинных интересов работников. Мы проводим эти приемы с определенной периодичностью. Это происходит с января по май, потом у нас перерыв на лето. И с сентября по декабрь мы возобновляем эту работу. Вот сегодня это первый месяц после длительного перерыва, когда в республике достаточно большая активность населения, и люди интересуются возникшими и накопившимися за последнее время проблемами. Вообще изначально задумывается этот прием как помощь по трудовым вопросам. Трудовое законодательство – это основная функция правовой инспекции труда, и мы понимаем, что профсоюзы на этом не одну собаку съели. Да? Поэтому мы стараемся максимально здесь помогать, включаться во все ситуации. Например, когда у нас сегодня уже, вот у меня есть информация о том, что обратился человек, которому не производится оплата за категорию специалисту, будет проведен мониторинг, возможно, сегодня по окончании приема, возможно, в ближайшие дни. Я полагаю, что работник получит недоплаченные деньги в полном объеме. Такие очные ставки не только помогают разрешить трудовые конфликты, но и выявить системные проблемы в работе предприятий. Представители профсоюзов активно взаимодействуют с работодателями, государственными органами и другими заинтересованными сторонами, чтобы найти решение, которое улучшит условия труда и обеспечит социальную защиту работников. В городе Бресте 2017 года взаимодействие профсоюзов и органов прокуратуры организовано на высоком уровне. Ежемесячно проводится выездной республиканский профсоюзный правовой прием граждан, который проводится с целью установления возможных нарушений трудовых прав граждан. Помимо трудовых вопросов, на указанном приеме разрешаются вопросы граждан по иным отраслям права. Также, если специалисты, присутствующие на приеме, не в компетенции ответить на какой-либо вопрос, гражданам разъясняется право обратиться в соответствующий государственный орган для разрешения его спора или правового вопроса. Профсоюзный прием граждан – это возможность для работников не только высказаться, но и влиять на принятие решений, касающихся их трудовых прав, а значит еще один шаг в построении справедливых и благоприятных условий для труда и социальной защиты. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.